Хари Кришна, дорогие друзья, сейчас у нас начнется перевод. Переводчик только минутку назад подошел. Итак, мы на протяжении нескольких дней слушаем шлоки из Падма Пураны, славы Шримад Бхагаватам. И Шукадев Госвами рассказывает о том, как происходит творение Шришти и так далее и тому подобное. Гурдева говорит, я не хочу говорить об этой татве, я хочу говорить прославление Шримад Бхагаватам. 24 реинкарнации Господа упоминается в Шримад Бхагаватам, Сута Госвами. И Шаунака Риши, он попросил Суту Госвами, пожалуйста, расскажи нам о 24 аватарах. И есть несколько видов аватаров. Лила аватара, Шактявеша аватара, Гуна аватара и так далее. Четурсаны. Когда Брамаджи так. Четыре кумара — это первые четыре сына Брамаджи. И Брамаджи сказал им, вы должны участвовать в творении этого мира. Но тогда четыре кумара, они сказали, что мы не хотим находиться в самсаре этого материального мира. Счастье, которое приходит в материальном мире, дается пример, как, например, то, что дает нам наказание, как сейчас я не могу понять привычку. Иногда бывает такое наказание какого-то преступника, когда его топят. И бывает такой вид казни, когда человека топят, а потом его вытаскивают из воды в последний момент. Вот. И он думает, ой, я спасен. И он только думает, что наконец-то я освобожден, его обратно опускают. И это то же самое, как джива. Джива также захлебывается в материальном океане. А потом потом Майя дает немножечко счастья, и его как бы поднимают из этой воды, и он как бы вдыхает глоток воздуха, а потом его обратно за шею связывают и опускают обратно. И все в этом мире временно, все ведет к смерти. И счастье здесь очень мимолетное. Иногда Майя дает нам немного счастья, но затем приходит большая полоса несчастья, и мы за это должны Извините, телефон зазвонил. Сейчас. Сейчас, одну секунду. У нас трансмиттеры на одной волне настроены, друг друга перебивают. Сейчас мы настроим. Thank you.
Так, все, настроились на разные частоты. Надеюсь. Итак, когда мы приходим только в материальный мир, мы молимся Господу, находясь в луне Матери, о том, что «О Господь, милостивый Господь, когда мы выйдем, обязательно начнем Тебе поклоняться». Но затем, когда мы выходим, Майя поглощает нас, и мы уже ничего не разбираем. И однажды Гурудев спросил ученика о конечной цели. У кого есть желание идти в материальный мир, тогда Гурдев скажет: ты должен вернуться к себе домой, только смотри, не женись. Почему? Потому что семейная жизнь. I love you, I leave you, I kill you. Я люблю тебя, я покину тебя, я убью тебя. В этом вся суть семейной жизни, по мнению Гурдева. Ты должен совершать свою семейную... 95. Ты должен совершать свою семейную деятельность. Как грехастка, ты можешь совершать такую семейную деятельность, но всегда ты должен памятовать о Господе. У вас в центре должен быть алтарь, не телевизор, алтарь. И тогда Шукадев Госвами, он также Парикшита Махараджа рассказывал о адских планетах, где дживы, как в прачечной, отстирываются от своих грехов. И поэтому постарайтесь до 50 ашрам, до 50 лет пожить в грехах ашрами. Ну а затем, после 50, вы должны оставить семью. После 50 лет оставить семью и жить во Вриндаване и принять ванапрастху. А если тот, кто не может, тот, кто не сможет покинуть свою семью после 50 лет, у него нет никакой надежды на спасение. Какая цель грехастхашрамы? Мы должны оставаться в грехастхашрамы до 50 лет и не более. После 50 лет вы должны посвятить себя духовной жизни. От 25 лет до 50 лет. Вот вам есть 25 лет на грехастхашрам. То есть сначала до 25 лет брамачарьяшрам, затем 25 лет грехастхашрам, затем ванапрастха и затем саньяса. То есть если вы не входите в грехастхашрам, то вы можете сразу после брамачари напрямую попасть в саньясу, то есть обойдя грехастху и ванапрастху, вы можете попасть сразу в саньясу. Поэтому тот, кто ведет жизнь в брамачари, минуя грехастхашрам, он может сразу принять саньясу. Итак, в седьмой песне Шримад Бхагаватам объясняется все эти, как, например, ванапрастха. Что значит там ванапрастха ашрам? Оставить свою семью и совершать баджан, вести аскетичный образ жизни и очень строго следовать всем правилам и предписаниям.
Очень трудно до 50 лет. Греха с хаошами человек испытывает. Разные беспокойства. Все от него что-то требуют, хотят. Он совершал разную деятельность, чтобы удовлетворить члена своей семьи. И вот теперь ванапраст хаошам советуется совершать больше аскез и вести очень аскетичный образ жизни, чтобы убрать все греховные реакции, которые совершены в грехах хаошам. И также по этой причине Прохлад Махарадж говорит, что обращает к своим друзьям, демонятам. Он говорит, что не тратьте ни секунды. Если тот, кто общается с женщинами, или он проводит с женщиной какое-то время, он обретает такие самскары и впечатления, которые являются большой помехой в его духовной жизни. Поэтому четверо кумаров, когда Брама им сказал, отправляйтесь и совершайте, начните семейную жизнь и совершите, участвуйте в развитии этой вселенной, четверо кумаров, они отказались. И в этом есть определенный урок, чему мы должны посвятить нашу жизнь, что является главной целью человеческой жизни. Мам Йоджи, нам намаскуру. Эту шлоку Кришна говорит в Бхагавадгите: «Отдай мне свой ум, стань моим преданным, совершай арчану мне, предлагай поклоны мне». И ты очень скоро достигнешь меня, потому что ты очень дорог мне. И поэтому четыре кумара, они посвятили свою жизнь Харикатхе, а Кришне. И поэтому в Падмапуране существует разговор между четверыми кумарами и Нарада Риши. И кто будет слушать эту Харикатху, тот обязательно сам начнет говорить прекрасную Харикатху. Почему? Потому что он обретет эту квалификацию. Хари Кришна Катха. Хари Кришна Катха – самое ценное, что есть ценное в нашей жизни. Кришна Катха является жизненным воздухом, праной. И поэтому тот, кто говорит лишь Кришна Катху, ему уже ничего не надо менять в своей жизни. Он уже достигает всего самого лучшего. Затем Господь пришел в форме Варахадева. В Матхуре есть Швета Варахадев. И Швета — это значит светлый. Также есть красный Варахадев. Два Варахадева есть в Матхуре. Вы знаете два брата Хираньякша и Хираньякашипу. Когда Притхи Деви, она очень хотела участвовать в творении мира. И когда Хираньякашипу, он похитил землю. Ой, Хираньякша! Хираньякша похитил землю и спрятал ее на дне Мирового океана. То тогда из носа Брамы появилось маленькое зернышко, и это зернышко начало увеличиваться и увеличиваться, и проявился большой-большой кабан Варахадев. Их Хираньякша и Хираньякашипу — это были такие
такие величайшие демоны, они занимались, просто они терроризировали всю вселенную, у них были огромные тела, они были просто громадные. И они были такого огромного роста, просто ростом с гору, Гурудева говорит. Однажды Нарададжи... Одни однажды спросили у Нарады, кто ты можешь с нами сражаться? И Нарада сказал, ой, я знаю одну личность, которая может с вами сражаться. И он сказал, это Варахадев, вы можете с ним сражаться. Он придет для того, чтобы спасти землю. Это как обычно Нарада все устроил. И тогда Хираньякша, он сможет проявить свою вирхарасу, свою рыцарскую расу. Мы же знаем, что Хираньякша на самом деле это привратник Вайкунхи, который просто почувствовал, что Господь хочет проявить свою рыцарскую расу, и поэтому они там совершили оскорбление четверым кумарам, а те их прокляли, и так они родились демонами. На самом деле была глубокая причина в этом. Господь сам хотел проявить свою рыцарскую расу. Хираньякша был очень сильный. Он атаковал Варахадева. Варахадев ему немножко поддавался, игрался с ним. Потом его откидывал назад. Ну и Нарада ему говорит, если ты хочешь испытать свою вирхарасу, Это Гурудев сейчас еще раз объясняет, что на самом деле Хираньякша и Хираньякашипу, они имеют такую огромную силу, потому что сам Господь Вишну наделил их этой силой, чтобы ему был кто-то равный в сражении. Потому что если... Поэтому Джай и Виджай, они приняли проклятие четырех кумаров. Потому что если Господь будет сражаться с противниками недостойными, то ему будет неинтересно. Ну и поэтому Господь позволил проявиться таким демоном. Это было его личное желание. И поэтому, пока Варахадев он игрался с Хираньякшей, полубоги были немножко обеспокоены, потому что они не понимали, Господь проигрывает или выигрывает, и они такие немножко запереживали, говорят, о Господь, уже скоро наступит темнота, и могущество демонов, оно увеличится, пожалуйста, убей его уже наконец-таки. Хираньякша, что значит Хираньякша? Хиранья, тот, кто имеет золотые глаза. Хиранья Якша, Акша. Акша значит глаза. Хиранья золото. Как, например, Кали. Кали дает приют этому золоту и богатству. И поэтому там, где много золота, там очень много демонического всего. Там всякие незаконные отношения, там всякие азартные игры, интоксикации, мясоедство, большие деньги, большое богатство. Это очень сильная энергия, она может развратить неподготовленную дживу. Будь здоров. Тихнул переводчик у нас. Хираньякашипу значит тот кровать которого сделана из золота. И поэтому кто мог убить Хираньякшу и Хираньякашипу? Только тот, кто мог. Только сам Господь. Поэтому Варахадев и Нарисимхадев победили этих демонов. И Хираньякша, и Хираньякашипу были побеждены. И поэтому вот так вот Нарисимха и Вараха прославились. Итак. Гурудев говорит, есть четыре вещи. Он говорит, если вы будете спать вечером, то вы будете очень бедны.
Это он говорит, есть четыре вещи, которые вы никогда не должны делать вечером. Вечером вы не должны спать, вечером. Короче, вечером надо что-то. Вечером ничего не надо принимать. Это не вечером имеется в виду. Это имеется в виду в сумерки. В сумерки нельзя спать, нельзя ходить в туалет, нельзя иметь встречи между женщиной и мужчиной. Короче, вот эти вещи нельзя делать в сумерки. Вот именно вечером, когда день переходит в ночь. И почему Хираньякашипу и Хираньякша родились демонами? Потому что их мать себя прекрасно украсила вечером, и она посмотрела в зеркало, она себя очень красиво украсила. У нее появилось вожделение в сердце. Она начала молить своего мужа, чтобы он встретился с ней. Кашьяпа Риши. И Кашьяпа Риши сказал, это нехорошее время для близкого общения, потому что очень много привидений в сумерках именно вечером. Это невежественное время. Но она начала просить, пожалуйста. Ну и Кашьяриш, он сказал, это неподходящее время, еще раз повторил ей, иначе демоны родятся. Демон может родиться из твоего лона. Но ее это не остановило. Она продолжала. Ну, в конечном итоге они встретились. И когда там, короче, какая-то была история, как она его обманула со временем. Она ему сказала, что времени больше или меньше, что сейчас не сумерки, но как-то они там все-таки встретились. Ну и когда он узнал об этом обмане, он сказал, что ты родишь демонов. И таким образом итак, и Гурудев еще хотел рассказать о четырех учениках Нарада Риши, Друва Махарадж, Прахлада Махарадж. Друва Махарадж, по милости Нарада, достиг Господа. Прахлада Махарадж также. Для Прахлада Махарадж явился из колонны, а для Друва Махараджа Господь пристал перед ним после 6 месяцев его аскез. А также есть в Вьясе Вальмике. А, вот они, которые написали священные писания о Санатанадхарме. Один проявил Рамайну, другой проявил Бхагаватам. Вот эти четверо учеников Нарада Риши. Нарада Риши написал Нарада Панчаратру. Нарада Парчаратри объясняется. Там прекрасно объясняется, что такое бхакти. И также очень много деяний Кришны. Очень много прекрасных лил Кришны, свидетелем которых стал Нарададжи. Нарададжи. Сейчас, одну секунду, что-то у нас тут с переводом стало.
Так, я прошу прощения, у нас сел английский трансмит. Поэтому я могу попробовать что-то перевести с хинди, но это будет в очень, очень общих чертах, очень отдаленно. Так, Гурдев говорит, почему кто-то есть, кто в этом мире несчастен. Только одна есть причина, есть одна причина несчастья в этом мире. Только тот, кто забыл Кришну, только тот, кто не совершает баджан Кришне, того майя схватывает, он становится несчастным. Если мы не будем совершать баджан, мы никогда не сможем стать счастливыми. И Гурудев вот сейчас, Гурудев сейчас цитировал шлоку, где говорится, где Чайтанья Махапрабху рассказывает Санатани Госвами, почему дживы несчастны в этом мире. Санатани Госвами спросил его, киами кимиамай джарета патрая, кто я и почему я страдаю от трех видов страданий, почему? Вот, и тогда Махапрабху ему объяснил, что мы на самом деле по своей природе, мы слуги Господа, но почему мы несчастны? Потому что мы не следуем своей природе. Это точно так же, как если вода попробует не иметь текучую природу, попробует течь в другую сторону, ей будет очень сложно, ей будет очень плохо, она будет себя некомфортно чувствовать. Точно так же, как точно так же и джива, когда она пытается заниматься чем-то не связанным с своей природой, какой-то непонятной деятельностью, это никогда не принесет ей счастья. И Гурдев говорит, что самые богатые люди в этом мире это те, кто совершает Экадаши Врату, Харинам повторяет, и так слушает Харикатху, это вообще слушать Харикатху, это полный успех прям. Ладно, я плохо понимаю. Лучше дадим тогда возможность послушать нашим... Нет, ну ладно. Ну, Гурдев вот так вот продолжает эту историю, что если джива не будет заниматься важным, как она может стать счастливой? Поэтому мы должны сидеть в святом месте и совершать свой баджан, вот как Мурари Прабху, например. Об этом говорится... Они... У нас... Он говорит, вот в Рупсанатане, например, у нас замечательный просад каждый день, катха, все есть, все организовано для вас. Приезжайте и живите. И... Точно. Кто был в каком-то вот городе, там Гурудев спрашивает. В этом городе очень прекрасно совершать свой баджан. Там тоже... Я не знаю, это может быть шутка, они тут как-то тут общаются. И Гурудев говорит, что он хотел там сделать катху вот в этом как раз ашраме. Говорит, но
на самом деле корона все мои планы изменила, и поэтому я попробую Ямунотри Ганготри отправиться, когда кончится корона. Вот если вы пойдете в Бедранатх, Хидранатх, вот о чем речь. Это очень красивое место, очень чистая вода. Если вы... У вас там горы касаются неба, там просто невероятно. Вы будете чувствовать, как будто небо касается верхушек гор. Там очень красиво. Гурдев говорит, что это хорошее место для совершения баджана. И вот у него были планы туда отправиться, но корона его остановила. Сейчас Гурдев там говорит, что есть Бадрикашрам, там очень красивое место, и там кто-то проводил Шримад Бхагаватам тоже. Ну вот и Гурдев тоже очень хотел там провести Шримад Бхагаватам. Но нам повезло больше, чем жителям этого места. Господь, Он создает очень красивые места. Вот, например, там в Ямунотре, там очень-очень холодная вода. Там прям исток получается. Ямунотре, что значит Ямунотре? Это значит исток Ямуны. И кто-то пришел туда. Шанкарджи где-то там недалеко совершает свой баджан с Парвати в этом красивом месте. Видимо, куда-то выше. Вот. Каждый день Шанкара и Парвати идут принимать там где-то омовение. И Шанкарджи тоже гуляют. И Парвати идет за ним следом. И они выглядят в это время как... Сейчас, одну секунду. И он спрашивает, и однажды они, когда вот так вот прогуливались, то Парвати увидела маленького мальчика и спросила, откуда этот мальчик появился тут. И Парвати взяла этого мальчика с собой. И затем, когда Шанкара пошел принимать душ, а Парвати увидела маленького мальчика, подобрала его, взяла его себе домой, и затем она его взяла домой. И Господь там, зачем мы должны путешествовать, отправляться в Бадринат? Джива не может содержать, как в Кали-Югу, делать какие-то тапаси, садхана-баджан должным образом. Но если мы поедем в Бадрика Ашрам и получим ашрам, и тот, он сказал, тот, кто посетит мой ашрам, тот получит результат 60 тысяч лет тапаси. И на самом деле там такое очень сложное проходящее местность. Раньше туда
поднимались там по горам, не было особо каких-то там дорог. А сейчас это туристическое место, и там очень легко туда добраться. Раньше туда было очень сложно добраться. Сейчас очень легко, поэтому пока есть такая возможность, для нас все организовано. Прекрасные матхи, прекрасное все для того, чтобы посещать святые места. Все святые места превратились в туристические места, и вы можете легко туда добираться. И Господь сам сказал, тот, кто посетит этот ашрам, Ганготри и Ямунотри, тот получит... Короче, результат скольки-то лет там Тапаси. Получит результат, как будто он совершал столько, ну, я не 60, что ли, лет, 60 тысяч лет Тапаси. На самом деле очень велика слава Ямуны. Ямуна — это кто? На самом деле это Вишакхасакхи во Вриндаване. Бадринат — это это Господь из себя сам проявил это место. То есть у этих мест такая великая слава. И Господь, Он совершал тапасию Бадринаташвами. И тогда он подумал, мой Прабху делает тапасию в Бадринатхе, почему? Лакшми также говорит, мой Прабху ушел совершать тапасию. И Лакшми там проявил очень красивое был дерево, был. И потому что там светило очень сильное солнце, чтобы и он сидел и думал, кто же сделал мне это замечательное укрытие от солнца? И тогда Господь прикрыл свои глаза в медитации, и он увидел, что это Лакшми для него проявило это прекрасное место. Это был три было дерево было. И одна история о Наранараяне. Так, какая-то совершенно мне неизвестная история. Короче, там кто-то, какой-то демон попросил, совершал тапаси, попросил себе благословение, чтобы у него была защита, как 1000 ковач, чтобы он сражался, когда с кем-то, его защищали 1000 ковач. И после того, как он получил это, после этого, когда получил это благословение, он начал себя вести отвратительным образом, начал со всеми там пытаться сражаться. Так, я, честно говоря, смутно понимаю. Опять это точно так же, как и в истории с Хираним и Хираньякашипу. Этот демон хотел с кем-то сражаться, и ему сказали, иди вон там к Наринарайне. Наринарайна это призыв. Да.
И говорю, да, кто такой Нара, Нарайна? Нара – это Господь, а Нарайна… Ой, точнее, Нарайна – это Господь, а Нара – это кто? Это Арджун. Значит, короче, нужно было. Там, то есть, у него было. Короче, вот какая тема. У этого демона было благословение. У него была защита в 1000 ковач. Как только у него эти 1000 ковач, его противник как бы разрушал, то тогда он имел некоторый перерыв, и у него опять эти команды, эти кунды, они как бы возобновлялись. И тут тогда Нара и Нарайна, они начали вместе сражаться с ним. То есть, когда сражался Нара, Нарайна сидел и совершал баджан. А когда сражался Нарайна, Нара сидел и совершал баджан. И вот так вот они по очереди разрушали его кавачи. Вот. То есть это были Кришна и Арджуна. Кришна и Арджуна, они в этой форме Калу какого-то они, короче, убили. Нара и Нарайна, это Кришна и Арджуна. Вот, они сражались с демоном. Советую всем лучше подробно почитать эту историю, потому что я что понимаю, то и пытаюсь сказать. У нас перевода нету. Дататрея, Матья, Махинин, Рисимха, Ваман. Вот Господь Парашурам перечисляет 24 эти аватары. Кришна, Калки, Будда. Это 24 реинкарнации. Исута Госвами. И во всех до 10 песни он рассказал обо всех, но он нигде... Но он нигде не слышал слова, но он нигде не упоминал о Кришне. И тогда Шукадев Госвами, он стал очень радостный. И он начал он в одной шлоке рассказал о Кришне все, что... Короче, он в одной шлоке все выразил о Кришне. И, например, идет фестиваль в храме, и мы приглашаем всех. Вы также приглашаете там йоги и премьер-министр. Все могут прийти в это время. И все преданные сидят в одной линии. И в одном... Ну, короче, все там... Все сидят... В одной линии, но какие-то возвышенные личности, они сидят... Все, прошу прощения. Короче, когда мы кого-то приглашаем сюда, к нам на фестиваль, там обычные люди все сидят в одной линии, но министры, там какие-то возвышенные, преданные, они сидят в специальной линии. И точно так же у Нарада, просто, когда Парикшит Махарадж пришел, почему ты никогда не говоришь мне о Кришне? В чем причина? В том, что Кришна — это Суприм, это Высший, Пурна Санатана, он
он полный изначальный Господь, и невозможно так же, как в одну линию содержать министра, садху и всех преданных, то точно так же невозможно Кришну в один ряд с другими реинкарнациями ставить. Это совершенно специальный. Ну, вообще, это очень особая тема. Почему, когда мы повторяем святые имена, мы Хари Кришна, Хари Кришна, 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 Хари Хари Рам, Хари Рам, 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 Хари Хари. Почему мы сначала повторяем имя Кришны, имя Рамы вторым повторяем? Ведь сначала же, ведь Рама пришел в Трета-югу, а Кришна в Двапара-югу. Почему мы повторяем сначала имя Кришны? Ну, во-первых, Кришна – самая возвышенная личность, которая вообще существует, своим Бхагаван, своим Рупом. Что значит своим? Своим, значит, он владелец всего. Сарвешвар. Что значит Сарвешвар? Каждый поклоняется ему. И это точно так же, как там в алфавите. Рупа Госвами. Итак, Гурудев говорит, что на самом деле, что девятка – это самая это самое возвышенное из всех чисел, но самое высокое, потому что выше 9 нету цифры. То есть получается, если 10 это 1 плюс 0, а там 11 это 1 плюс 1. То есть самая высшая цифра это 9. И там как бы Сареш-Вареш-Вара, там где-то заключена эта цифра 9, где вот как раз-то точно так же, там вот как-то где-то вот, ну, это все по грамматике санскритской, мне очень сложно понять. Точно так же в это век Кали Гурудев сейчас объясняет, что дали одно, только один метод поклонения Господу. Харирнам, 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 намайва кевалам калау, нястева, 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 гатира, ньятха. Что это значит? Что это значит? Тут три раза употребляется, но повторяется нястева, 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 нет другого пути. Только повторение святых имен. Харирнама, харирнама, харирнама. Нястева, 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 нет другого пути, нет другого пути. То, что три раза повторяется, то очень сильно, как бы, хотят на это сделать акцент. Кто такой Кришна? Самый возвышенный. Нету, его никто не может убить, никто не может с ним сравниться, никто не может соответствовать ему, никто не лучше его, никто не превосходит. И когда Кришна, иногда полубоги, когда поют стути какие-то для полубогов, там тоже используют. Прошу прощения, своям. То есть своям это точно так же, как здесь
как в Харирнама, вот для усиления. Там в какой-то шлоке 3 раза используется слово «своям», 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 что усиливает то, что только Кришна является Верховной Личностью Господа. У остальных реинкарнаций нету всех 64 качеств. То есть Кришна полностью Кришну никто не может убить. Ну вообще Господа никто не может убить. И точно так же, кто мог убить Хиранию и Хиранию Кашипу? Только здесь. Равану. Только сам Господь. Никто не мог. Даже полубоги не могли. Никто не мог его убить. Никто не мог ему сравниться. Только Кришна. Но если вдруг вы стремитесь к мукте, то если вы получите мукти и достигнете результата, вы опять придете сюда, в этот мир. Но на самом деле Гурудева говорит, самое возвышенное садхана — это поклоняться Кришне. Почему? Кришна — это полнейшая, полная форма. Тут Гурудев, это он сейчас объясняет то, почему, ну вот многие говорят, почему Рама, который приходил в Трета-югу, почему он не почему его имя стоит вторым? Но на самом деле Рама в этой шлоке для начинающих преданных может и значить Господь Рама, но для продвинутых преданных это значит Рама Радхараман, тот, кто служит всегда Рамане, Шримати Радхаране. Ну и есть, Гурудев сейчас рассказывает о специальных 4 качествах, которые присущи только Кришне. Вот это шлока. Сейчас Гурудев рассказывает про 4 специальные качества, которые есть только у Кришны. Итак, у Кришны, у таких прекрасных игр, как у Кришны, нету ни у кого. Никто так не развлекался, как Кришна. Никто не мог себе позволить то, что себе может позволить Кришна. Рама был связан цепями Марьяды, и остальные реинкарнации приходили, чтобы выполнить свою задачу, а затем они и уходили в непроявленное состояние. Только Кришна может делать, вытворять все что угодно. Вот такие вот Расалила. Расалила — это самое возвышенное. Самое возвышенное. Что значит према мадхурья? Это мы говорили, лила мадхурья. Према мадхурья. Что значит према мадхурья? Ну, например, мы не можем один танец раз и длится одну ночь брамы. Мы не можем, конечно же, такое провернуть. Одна брама ратри. Это миллионы, миллионы тысяч лет. Точно так же, как... Точно так же... Ой.
Вот. Но итак, затем, что есть Кришна? У Кришны есть Вена Матхура. Там такая замечательная сила флейты Кришны, сладость Кришниной флейты. Она как веревка, которая из флейты. Он не играет мелодию, выпускаются веревки, специальные веревки, которые связывают гопи. И у них нету никакого ни малейшего шанса просто не прийти. И здесь есть точно так же самый образ Кришны невероятно, красота Кришны невероятная просто. У Кришны очень красивые глаза, как у шмеля, он постоянно своими глазами пьет красоту гопи. Тот, кто хоть раз получит даршан Кришны, тот будет поражен его красотой. И гопи, они не могут напиться его красотой, и они ругают Брахму и говорят: «Брахма, ты совсем не умеешь творить, зачем ты сделал нам эти веки, которые моргают?» Каждое мгновение разлуки с Кришной, которое мы не можем его наблюдать, нам кажется целый огромной вечностью. И еще ты сделал нам только два глаза, почему? В следующий раз мы научим тебя, как творить. И затем возвращаемся к флейте. Флейта, она привлекает всех. Нету ни одного существа во Вселенной, которое не может быть привлечено этой флейтой. А флейта делает неподвижные вещества подвижными, то есть, например, как камни плавятся, подвижный объект он делает неподвижные объекты, подвижный объект он делает неподвижными, например, как Ямуна, она застывает, просто начинает крутить, перестает течь, начинает водоворотами раскручивать себя, срывает лотосы и предлагает лотосным стопам Кришны. Точно так же. Ну, вот опять он рассказывает теперь про образ Кришны, где возвращаемся, что он очень красивый. И даже Лакшми, когда увидела Кришну, она оставила Нараяну и пошла совершать свою садхану в Белван. То есть он просто невероятно красивый. Даже когда Кришна видит себя в отражении колонны, он сам удивляется и думает: «О боже мой, кто же такой красивый мальчик?» Он говорит: «Какой красивый?» Он сам удивляется, привлекается своей красотой, когда видит себя в отражении зеркальной колонны. Поэтому Кришна, он самый возвышенный. Эти четыре качества, они... И Брахмаджи, он сказал: «Ахо Бхагьям, Ахо Бхагьям, Нанда Гопа, Враджаукасам, Ямитрам Параманандам, Пурна Брахма Санатанам». Пурна Брахма Санатанам. Что Брахма сказал? Брахма сказал: «О Боже мой, Ахо Бхагьям, Ахо Бхагьям». Два раза он воскликнул: «Ахо Бхагьям». Как такое возможно, что Верховная Личность Господа, самая Верховная Личность Господа, выше которой нету, она ползает просто в образе маленького мальчика во дворе Нанды Махараджа? Как такое возможно? Это удивительно, это просто чудо. Вот. Джей Харибол. Кришна, привет, дай как-нибудь. Она Гопинат Бхавани.